Каким бы способом вы ни ловили, есть леска, которая всегда привязывается к крючку. Оп, рыб туда. И эта леска должна быть самым лучшим качеством. В ассортименте компании «Дунаев» эта леска называется «Тим Дунаев». Выпускается в размотке 50 метров диаметрами, которые вы видите на экране. Я использую эту леску на самых ответственных соревнованиях по плавке и фидере. Эта леска произведена в Японии. Я ловлю уже больше 3 лет, и я уверен в ее надежности. Парочка рекомендаций для тех, кто начинает ловить тонкими поводочными лесками. Тонкая леска быстро изнашивается, поэтому нужно вовремя менять поводок. Для тонких лесок очень важен узел, поэтому нужно правильно его вязать. При правильной работе со снастью можно вытащить рыбу, которая намного больше заявленного теста лески. И как доказательство, лещ, которого я поймал на леску 0104 Тим Дунаев, весом 3 килограмма 990 грамм. С поводочной определились, а как выбрать основную леску, смотрите на канале «Дунаев».